Никто из них не мог даже представить, что прогулка по самым тихим и, казалось бы, безопасным местам может обернуться трагедией. В Ставрополе прямо из-под конвоя сбежал наркоторговец. Полицейские погнались за ним, стали стрелять, но пули задели не преступника, а двоих подростков. А в Буденновске велосипедист облил трех девочек кислотой. Двоим плеснул жидкость в лицо, когда они переходили дорогу. Еще одну подкараулил у выхода из парка. Здравствуйте, в эфире «Выводы следствия» и я, Алиса Вартазарян. К главной теме мы вернемся позже, а сейчас криминальные новости. Почти год готовили разбойное нападение на ставропольский магазин, но до него так и не дошли. В паре метров от супермаркета путь преградил полицейский и попросил предъявить документы. Мужчина достал оружие и выстрелил в стража порядка. Как выяснили следователи, патроны и бутафорский пистолет он приобрел в интернет-магазине. Затем переделал его в полноценное огнестрельное оружие и вместе с подружкой отправился на дело. Полицейский остался жив, а стрелка признали психически невменяемым. Скорее всего, мужчину отправят на принудительное лечение, а его спутница скоро окажется на скамье подсудимых за покушение на разбой. Хотели превратить Ставрополь в Лас-Вегас. Троих мужчин и женщину обвиняют в незаконной организации азартных игр. По данным следствия, в одном из городских помещений они поставили компьютеры и программы, с помощью которых можно получить денежный выигрыш или проиграть зарплату. Авантюристам грозит до 6 лет лишения свободы, штраф до 1 000 000 рублей каждому. Ударил ножом в спину, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, разложил по сумкам и часть из них успел выбросить в реку Подкумок. Так 30-летний житель Кисловодска решил расправиться с сожительницей. Как выяснили следователи, она попрекнула его отсутствием работы и дала повод для ревности. За это поплатилась жизнью. О пропаже молодой массажистки заявили ее коллеги и друзья. Их насторожили смс-сообщения от девушки о том, что она якобы уехала из города. Но обычно Аня не писала, а сразу звонила. Она инвалид по зрению. Когда оперативники зашли в квартиру ее сожителя и автора этих сообщений, то увидели лужи крови и оставшиеся фрагменты тела. Суд приговорил убийцу к 12 годам колонии строгого режима. Сторож, застреливший браконьера за решеткой. Трагедия произошла в Кировском районе. Как выяснили следователи, во время обхода озера охранник посмотрел в прибор ночного видения и заметил трех человек. Они тайком вылавливали рыбу и пошел к ним. Чтобы избежать неприятного разговора, браконьеры попытались сбежать, но сторож выстрелил вдогонку из ружья. Один из рыбаков скончался на месте. Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. В Следственном комитете скоро будет пополнение. Выпускники кадетских классов СКР получили аттестаты и уже готовы поступать в юридические вузы, чтобы потом стать следователями. За годы обучения школьники овладели правовыми знаниями, узнали нюансы криминологии и уголовного права и в совершенстве освоили строевую подготовку. 8 лет лишения свободы. С таким приговором 24-летний наркоторговец смириться не смог и попытался сбежать прямо из здания суда. Буквально ускользнул от конвоя и помчался, сломя голову по улицам Ставрополя. Полицейские бросились в погоню, открыли огонь, но шальные пули попали не в беглеца, а в двух подростков. Это запись с камеры видеонаблюдения с внутреннего двора краевого суда. Полицейские ждут осужденного, которого вот-вот выведут и повезут в тюрьму. 5 минутами ранее суд приговорил его к 8 годам тюрьмы. Такое суровое наказание 24-летний житель Таджикистана получил за торговлю наркотиками. А тем временем одни полицейские стоят в сторонке, почесывая подбородок, другие готовят транспорт к отправке. Открывают двери, но осужденный не собирается садиться в автобус и провести всю молодость в тюрьме. Он пулей вылетает из здания суда, закрывает дверь машины и, что есть сил, бежит к выходу. К счастью для него, дверь была не заперта, и он с легкостью вырвался на свободу. Обескураженные полицейские бросаются в погоню. Они толпой несутся за осужденным. Один из них решает обхитрить беглеца, обойти его с другой стороны. Для этого нужно всего лишь перелезть забор, но преграда оказалась непреодолимой. Осужденный пробегает целый квартал. На перекрестке улиц Льва Толстого и Дзержинского раздается первый выстрел. Огонь открыли полицейские в надежде любыми способами поймать преступника. Увидев погоню и стрельбу, испуганные прохожие забегают в магазин. Выстрел был, а потом вот сразу толпа. Толпа побежала прямо в магазин. Затем еще несколько выстрелов. В итоге беглеца поймали. Момент задержания попал на кадры очевидцев. Вот он в синих спортивных штанах лежит на асфальте. Вокруг стоят полицейские. Пули не задели мужчину, а вот ногу он повредил, когда пытался перелезть через забор.
Но это далеко не конец истории. Стрельба в центре города не обошлась без случайных жертв. Шальные пули задели 10-летнюю девочку и 17-летнего парня. Подростков доставили в больницу. Девочка отделалась ссадинами и ушибом пальца ноги. А вот мальчик получил огнестрельное ранение в бедро. Мальчик... Состояние средней тяжести удовлетворительно. Сейчас прооперировали, сделали перечно-хирургическую обработку ранки. По словам врачей, жизни подростка ничего не угрожает. Кстати, на днях его даже отпускали из больницы, чтобы получить аттестат и отпраздновать выпускной. По данному факту следственным отделом по промышленному району города Ставрополь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе характер и степень причиненного вреда здоровью несовершеннолетним. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Что касается наркоторговца, то его теперь будут судить еще и за побег. К 8 годам лишения свободы ему, согласно Уголовному кодексу, могут смело добавить еще 4 года. Сбегают из зданий суда не только на Ставрополье, но и по всей России. Дело номер 42-50-17/6. В Петербурге мужчину приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Кстати, тоже за незаконный оборот наркотиков. Осужденного передали приставам для ожидания конвоирования. А те пристегнули его наручниками к металлической решетке и ушли за другим подсудимым. Когда вернулись, мужчины уже не было. По похожему сценарию сбегали из суда убийца из Оренбурга и грабитель из Новосибирской области. Но, к счастью, никто из прохожих не пострадал. Плеснул кислотой в лицо. В Буденновске продолжают искать мужчину, который изуродовал 3 подростков. Первую жертву облил за то, что она не дала ему денег. Затем сел на велосипед и повторил то же самое еще с 2 девушками. За любую информацию о нем полицейские объявили награду – 500 тысяч рублей. Это был обычный пятничный вечер. Подруги гуляли по центру Буденновска, сплетничали об одноклассниках, хвастались хорошими годовыми оценками в школе и делились планами на будущее. Ничего не предвещало беды. На улице начало темнеть, и девушки решили вернуться домой. На светофоре загорелся зеленый, они ступили на пешеходный переход, сделали пару шагов, и вдруг с ними поравнялся молодой человек на велосипеде. На нем была медицинская маска. Не сказав ни слова, мужчина плеснул подросткам в лицо кислотой. Продавец магазина Наталья Козлова стала первой, кто пришел на помощь пострадавшим. Слышу, подростки кричит девочка. Больно, горит все, щипит там. Я ж вышла, она стоит вся облитая. Левая сторона у нее облита цветом таким коричневым. Воды. Я говорю, ну воды тут не обойдемся. Говорю, давай проходи подсобку, пойдем, говорю, я тебя это под краном обмою тогда. Завела под кран, начала ее обмывать. У нее и волосы горячие, и футболка вся аж на спине начала разлазиться, кусками все отпадать. Это все отмыли у нее. Смотрю, тут уже волдыри пошли по руке у нее. На лицо немножко попало. Продавец вышла на улицу и сразу же вызвала скорую помощь. Девочек с сильными ожогами доставили в больницу. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Дети находятся в специализированном отделении, получают всю необходимую медицинскую помощь. Буденновским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хулиганство. Во время расследования выяснилось, что это далеко не первый случай обливания кислотой в Буденновске. Несколькими днями ранее человек в точно такой же маске напал на еще одну 15-летнюю девушку. Он подкараулил подростка на выходе из парка и спросил, есть ли у нее деньги. Девушка отрицательно помахала головой, и мужчина облил ее кислотой. Жидкость попала в лицо и на руку. Узнав о случившемся, жители Буденновска не на шутку испугались. Страшно, конечно. Да. Опасаемся. Нельзя терять бдительность. Вот железная. Какое устройство, что нашлось, то взяли и пошли, потому что в магазин ходить надо. К настоящему времени уголовные дела соединены в одно производство, проведены осмотры мест происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по Ставропольскому краю проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия. Установить личность злоумышленника пока не удалось. За информацию, которая поможет его задержать, краевой главк МВД объявил вознаграждение 500 тысяч рублей.
Известно, молодой человек управлял велосипедом старой модели. Он был одет в спортивную куртку с капюшоном и брюки. На вид преступнику до 30 лет. Рост приблизительно 170-180 сантиметров. Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах совершенного преступления, сообщить в Буденновский межрайонный следственный отдел по Ставропольскому краю или на короткий номер в полицию 02. Что стало причиной такого поведения, пока не ясно. Местные жители и интернет-пользователи высказывают предположения. Одни ссылаются на психическое заболевание преступника, другие – на неразделенную любовь. Не знаю, я все по-разному говорят. Кто его возьмет? Может, наркоман? Может, что у него там перемкнуло, может быть? Знаете, может быть, девушка его бросила, он мстит, и ну, так разговоры идут между людьми, и все. Так ничего больше не могу вам сказать. Пострадавшим девочкам краевые власти и итальянские врачи помогут восстановить здоровье и красоту. А что касается преступника, то на его поиски брошены все силы. Максимальное наказание, которое ему грозит, до 5 лет лишения свободы. Это была программа «Выводы следствия». Встретимся в следующий вторник в 19:15 на своем ТВ.